Заседание депутатов началось с обсуждения изменений в уставе муниципального образования в городе Десногорск. Они связаны с переоформлением документов на основе действующего законодательства. Следующий вопрос касался бюджета на этот год. Контрольно-ревизионная комиссия оценила законность и эффективность изменений, вносимых в местный бюджет. Согласно заключению горсовета, рекомендовано принять изменения. Депутаты утвердили прием в муниципальную собственность движимого имущества. Так, два компьютера с комплектующими будут переданы в библиотеке. Также на заседании обсудили предоставление нежилого фонда в безвозмездное пользование или на основе договора аренды. Соответствующая комиссия провела рыночную оценку, чтобы установить стоимость квадратного метра за год пользования. У таких учреждений, как городской суд, налоговая, департамент по экологии, ветеринарная клиника и районный отдел судебных приставов, поднимется минимальная арендная ставка. Увеличение ставки будет обсуждаться на следующей сессии. Ирина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.